Ты чудом уцелел, Гарри! Спасибо тебе за Джинни. Если бы не ты, у меня была бы сестра-оборотень. Да не за что. Горбина и Беркса обыскали. Малфой ошивался у исчезательного шкафа. Исчезательный шкаф? Зачем ему этот шкаф? Не знаю, но он все еще в магазине. Он что-то задумал. Не знаю, что именно, но явно какую-то гадость. Привет, Гарри, Рон. Гарри, профессор Слизнорд снова устраивает вечеринку для избранных. Клуб слизней. Может, Слизнорд объявит вас с Маклагином королем и королевой слизней? Пока, Гарри. Гермиона, ты не видела? Драко ничем подозрительным не занимался? Гарри, ты все еще гоняешься за Малфоем? Отец Рона видел, как Малфой разглядывал исчезательный шкаф в Горбине и Берке. Он не мог протащить сюда исчезательный шкаф. Мракоборцы проверяют всех, кто заходит в замок. И почту тоже. Тогда скажи мне, куда он исчезает с карты мародеров. Смотри, торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Он там, на 7-м этаже, в коридоре. Значит, он не исчез с карты. Но иногда он с нее исчезает. Вообще. Я хочу выяснить, что он задумал. Поднимусь на 7-й этаж. Да неужели? Вот это новость. Горячая новость быстро остывает. Можешь срезать дорогу через мой портрет. Пароль? О, Гарри, галдят газеты. Думаешь, ты сможешь что-то узнать? Да, я и докажу, что он замышляет какую-то гадость. О Гарри галдят газеты. Пожиратели смерти сидят в Азкабане. Вот это я понимаю, заголовок. Привет, Ник. Вы не видели Драко Малфоя? Нет, сегодня не видел. Но я часто встречаю его в коридоре на 7-м этаже. Сходи и посмотри. Может, он там? Вот то место, которое тебе... Эй, Рон, ты не видел Малфоя? Когда? Сейчас. Он всегда ошивается в этом коридоре, и я кое-что нашел. Похоже на рецепт зелья. Это домашнее задание. С каких это пор Малфой корпит над домашними? Может быть, это вообще не его? Спрошу Гермиону, что это за зелье. Тогда станет ясно, что задумал Малфой. Тебе повезло. Она сейчас варит зелье, только она все еще не в духе. Значит, ты не пойдешь со мной? Лучше уж встретиться с разъяренным троллем. Увидимся. Привет, Ник. Вы не видели Гермиону? Да. Мисс Грейнджер занимается в классе зельеварением. Ты нажимаешь пароль, ты проходишь.
тебе нужно. Был рад помочь. Привет, Гермиона. Ты знаешь, что это за зелье? Странно, что ты его не узнал. Ты же лучший по зельеварению. А тут все ясно сразу. И что же это такое? А меня-то что пытать? Спроси у принца полукровки. Ладно, спрошу. Просто сварю зелье и все выясню. Практикуйтесь, Гарри. Замечательное оборотное зелье. Надеюсь, вы не собираетесь его пробовать. Это снадобье ограниченного применения. Сэр, вы уверены, что это оборотное зелье? Конечно. Этот серый оттенок под конец. Все признаки. Но вы должны были их распознать. Вы же сами его сварили. Я просто экспериментировал. Спасибо, сэр. Оборотное зелье. Его используют, чтобы изменить внешность. Интересно, зачем оно понадобилось Малфою? Лорд, Волан-де-Морт вряд ли бы принял к себе Малфоя. У тебя есть доказательства? Нет, еще нет, но я их обязательно найду. Дамблдор вызывает тебя к себе на очередной урок. Гарри, когда пойдешь к Дамблдору, не говори ничего о Малфое. Он что-то задумал, рыскает по замку и даже Крэба с Гойлом с собой не берет. Да, на него это не похоже, но у тебя нет никаких доказательств. Тогда чего он все время пасется на седьмом этаже и... На седьмом этаже, точно! Он использует выручай комнату, и поэтому он исчезает с карты мародеров. Если он ходит в выручай комнату, ты никогда не узнаешь, что он там делает. Собственно, поэтому мы ее и использовали для собрания ОД. Лучше сосредоточься на уроках с Дамблдором. Привет, Гарри. Пришел встретиться с Дамблдором? Я тоже. Что случилось? С тобой все в порядке? Да, пустяки. Слизеринец украл мой плюй-камень. Это взрыв-камень, подарок от мамы на Рождество. Кто это был? Он. Жди здесь, я верну твой плюй-камень. Эй, это ты забрал взрыв камень у той девочки? А тебе-то какое дело? Верни его. Иначе что, сглазишь меня? Вряд ли профессору Снегу понравится, что ты напал на Слизеринца.
Будешь потом наказание отрабатывать 100 лет. Остолбеней! Остолбеней! То-то же. А теперь отдавай взрыв камень. Чтоб тебя заплевало! И в следующий раз дважды подумай, прежде чем грабить учеников. Вот, держи. Спасибо, Гарри. Ты самый лучший. Кислотные леденцы. Добрый вечер, Гарри. Профессор, я насчет Малфоя и Снегга. Профессора Снегга? Я уже говорил тебе, Гарри, я верю Северусу. Мой ответ неизменен. Теперь перейдем к нашему делу. Я нашел очень мало воспоминаний о Томе Редли в Хогвартсе. Однако я нашел вот это. Батюшки, как поздно. Юноши, вам пора. Лестрейндж, Эвери, я жду вашей работы. Живее, Том. Нет, Том, я ничего не знаю о крест-стражах. А если бы и знал, вам не сказал бы. А теперь уходите. Я не понял, что произошло. Профессор Слизнард немного подправил воспоминания. Гарри, ты должен уговорить профессора показать его подлинные воспоминания. Сделай все возможное. Это очень важно. Но тебе пора на тренировку по квиддичу. Мракоборцы открыли проходы. Ты успеешь добежать до стадиона. Удачи, Гарри. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Привет, Гарри. Тебя искала профессор МакГонагал. Ты знаешь, что ей надо? Нет, но она ждет тебя в зале трансфигурации. Думаю, дело серьезное. Хотела с вами побеседовать после тех злосчастных событий в норе. Почему, когда что-то случается, вы всегда где-то рядом, а? Знаете, профессор, я всю жизнь бьюсь над этим вопросом. Я слышала, Гарри, вы вступили в дуэльный клуб. Вам тоже надо вступить туда, вам и Уизли. Подготовка никогда не бывает лишней. Вы способны на большее, чем многие гриффиндорцы. А, вот и тот, кого мы ждали. Привет, Гарри. Это Аланис, капитан дуэльного клуба Коктеврана. Мисс Грейнджер, идите со мной. Запишем вас в дуэльный клуб Гриффиндора. Мы отрабатываем левикорпус. Давно хотела научиться этому заклинанию. Покажешь его нам? Хорошо. Левикорпус! Спасибо, Гарри. Но смотри, кто-нибудь из когтевранцев наверняка попытается применить это заклинание против тебя же. Давай проведем настоящую дуэль.
Чемпион когтеврана среди юниоров против Гарри Поттера! Спасибо, Гарри. Ты почетный член клуба, поэтому можешь пользоваться тайным ходом через портрет. Пароль «Свет против тьмы». Попробуй поучаствовать в наших соревнованиях. Список висит на доске объявлений. Да, Гарри, мастерство приходит с практикой. Кстати, ведь вы уделите внимание тренировкам по квиддичу. Я очень надеюсь, что в этом году Гриффиндор возьмет кубок. Поторопитесь, Поттер! Победу на опозданиях не построишь. Ник? Ник! Гарри, ты готов к квиддичу? Команда ждет тебя на тренировочном поле. Вингардиум Левиоса! Нет. Я знаю, здесь где-то должен быть значок. Свет против тьмы. Тише, малыш. Он всегда так волнуется. Проходи, дружок. Закрыто? Ник, вы здесь? Мисс Джинни Уизли ждет тебя на стадионе со всей командой. На твоем месте я бы взял ноги в руки. Жуки в смятку. Что? Да, только не говори им это. Отлично, потренируешь меня? Гарри, для тебя это будет несложно. Пролети через все ворота и как можно быстрее.
Спасибо всем. Мне кажется, нам надо укрепить защиту. У других факультетов очень сильные вратари, а у нас такой роскоши нет. Рон играет лучше тебя, Маклагин. Простой дружеский совет. Как один вратарь другому. Держи свои советы при себе. Ты не в команде, Маклагин. О, привет, Гарри. Привет, Гарри. Ты готов к зельеварению? Я искала в библиотеке, но там нет ничего по крестражам. Я тут подумала, если на сегодняшнем уроке ты сваришь хорошее зелье, может, профессор Слизнорт проникнется и расскажет тебе о том, что скрывает от Дамблдора. Да, да, это хорошая мысль. О, нет, Маклагин! По сравнению с ним Грох — истинный джентльмен. Увидимся на зельеварении. Эй, Грейнджер, Грейнджер! Значит, она теперь с Маклагином? Ну, они были вместе на рождественской вечеринке у Слизнорта, но что-то у них не сложилось. Да? Слушай, пойдем-ка за Герми... на зельеварение. Привет, Поттер. Я состою в лучшем дуэльном клубе Хогвартса, Слизеринском. Ты вроде как неплохо дерешься. Можешь вызвать меня на дуэль. Да что ты, спасибо. Я спешу на урок. Я не прошу, а приказываю. Остолбеней! Не старался особо. Приходи в наш клуб в мощеном дворе. Вот там тебя взгреют. Почему слизеринцы такие неудачники? Пойдем, а то опоздаем. Полетели. А ну быстро ко мне. Гарри, избавься от нее, Гарри. Я думал, что вы вместе. Ну, я... Ты скажи, что влетел в стену на квиддиче, или что-то вроде того. В чем дело? Кто-то заколдовал мои книги. Они вылетели из сумки, и теперь я не могу их поймать. А ну вниз! Так, ты пробовала подействовать на них чем-нибудь еще, кроме крика? Вроде заклятия левитации. Нет. Если бы Бон-Бон был тут, он бы что-нибудь придумал. Ты его не видел? Нет.
Так, если я подниму твою сумку в воздух, можно будет попробовать поймать в нее книги. Ага, вот одна. Да что же это с ними? А вы все ко мне! Забирайтесь в сумку! Спасибо! Бон-бон делал домашнюю работу по этой книге. Лови их! Ты почти такой же ловкий, как Рон! Книги. А Рон не вместе с Грейнджем? Спасибо. Ты уверен, что не видел Рона? Да, видел. Он был в башне прорицаний. Что ему там надо? Он больше не занимается на прорицаниях. Он сказал, что хотел спросить о чем-то важном, о своем будущем. Это, наверное, о нас. Вот за что я люблю своего Бон-Бона. Он всегда думает о нас. Спасибо. Ты готов к зельеварению, Бон-Бон? Хватит! Быстрее, быстрее, у нас много работы. Начнем с противоядий. Итак, что это за яд? Кто готов ответить? Мисс Грейнджер, ну, конечно. Тут нужно сильное противоядие. Думаю, стоит начать с касторки. Хорошо, хорошо. Гарри, мой мальчик, какие-нибудь предложения? Да, можно и так, а можно просто сунуть безуар жертве в глотку. Да-да, безуар, несомненно, сработает. Отлично, юноша, отлично! Хм. Хороший зельеделец всегда сможет нейтрализовать действие собственных снадобий. Тема сегодняшнего урока – эйфорийный эликсир. Побольше перечной мяты, чтобы снять побочные эффекты. Требности дергать каждого встречного за нос. Мятные веточки. Думаю, что это принесет мне оценку превосходно. Разгоните-ка дым, мой мальчик. Сушеный инжир. Гарри, мы же скоро совсем задохнемся. Дикобраза. Чудесно, чудесно! Горькая полынь. Почти получилось! Не сдавайтесь! Сэр, вы знали Тома Редла? У мистера Редла было множество учителей в Хогвартсе. Я знаю, сэр, вы, наверное, уже сыты по горло вопросами о Волан-де-Морте и о крестражах.
Я бы попросил вас больше не говорить о них. Но, сэр... Это Дамблдор подослал вас, да? Это был он! Я просто хочу узнать о Томе Редли. Ты мог бы дать мне Безаар? Мне нужна хорошая оценка на зельях. Надо подмазаться к Слизнорду и расспросить его о Волан-де-Морте. Да? Ладно, я пойду перекушу. МакГонагал ждет тебя в астрономической башне. А почему она прислала слизеринца? Я не твой личный почтальон. Иди и спроси ее сам. Но мракоборцы закрыли астрономическую башню. Значит, теперь они ее открыли. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Мракоборцы открыли астрономическую башню? Насколько я знаю, открыли, да. Знание – сила. Ты называешь пароль, ты проходишь. Че и та, да. Что и требовалось доказать. Жуки в смятку. В смятку, в смятку, в смятку! О да, им это по вкусу, верно? Здесь где-то должен быть значок. Случайно не значок? Может, задержишься здесь и поищешь значок, Гарри? Чего тебе, Поттер?